Дорога, в принципе, сухая, где было очень много воды сейчас. Ее нет, так что подсохло уже. Совсем в низких местах. Вода, конечно, есть. Это меня занесло. Клещей собирать. Непонятно где. Хорошо поют. Свечивает. Так, ну здесь ничего интересного не видно. Где у нас еще? Вот там пенек, посмотрите. Ну вот этот можно.
ничего. Вот здесь кварчик есть. Эх, щуп не взял. Так. Где-то прощупать надо тут. Интересный кварчик попадает. Хватит надо. Давайте шорох копайте. Вот где кварчик идет, туда и надо копать за ним. Ну вот. Немножко копнул, опять же кирку, если можно сказать, что копнул. Вот кварчик уже пошел. Видите, немного граньки появились. Значит, на правильном пути. То есть уже минерализация пошла. Да, придется место заполнить.